самый любимый новогодний фильм? Какой и почему? Я думаю, что самый любимый и народный новогодний фильм – это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Потому что каждый Новый год мы видим этот фильм замечательного режиссера, и у нас, даже если при плохом настроении мы сидим за праздничным столом, видя этот фильм, возникает настроение Нового года, елочное, я бы так сказала, настроение. Самое любимое новогоднее блюдо какое? Салат оливье, потому что это традиционное как бы блюдо, я вкусно его готовлю. Первая мысль 1 января. Одна из самых первых мыслей 1 января, которая у меня возникает, это «Ох, опять эти длинные выходные, хочется работать, а не отдыхать». Самый оригинальный способ встретить Новый год. Какой и почему? Ну, так как я холод не люблю, наверное, где-нибудь в теплых странах, где тепло. Самый оригинальный, я считаю. Моя любимая елочная игрушка? Гномик, он такой маленький, хорошенький. Ему уже 14 лет, он у нас как бы каждый год ежегодно, он обязательно должен висеть на елке. Ну, моя самая любимая елочная игрушка – это снеговик, потому что, ну, сразу видишь снеговика, и, значит, ну, Новый год вспоминается. Вообще, новогодний персонаж – любимый Дед Мороз, потому что он приносит подарки, потому что он приносит детям радость. Новогодний подарок. В прошлом году для меня самым лучшим новогодним подарком было рождение дитя, которого мне подарила жена именно на Новый год. Для меня это было что-то незабываемое. Самое главное при встрече Нового года? Самое главное при встрече Нового года, чтобы за праздничным столом собралась вся семья, чтобы все были здоровы, веселые и счастливы. Тогда Новый год обязательно удастся. Самое главное, чтобы семья была вся вместе. На Новый год!